школе номер 8. Прошел урок мужества для учеников полицейского класса. Провели его ветеран органов внутренних дел Татьяна Юхнова и член общественного совета при УМВД России по ИАО Ольга Григорьева. 8 февраля отмечается День юного героя-антифашиста. На уроке вспомнили маленьких солдат Великой Отечественной и главные события минувшей войны. А тема борьбы с фашизмом объединила 40-е годы 20 века и сегодняшние дни. Одна из главных задач – это все-таки патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения, любовь к родине, привитие любовь к ближнему и защита, передача традиций, защита законных интересов нашего населения, нашего государства. День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года. Он был утвержден Ассамблеей ООН в честь погибших участников антифашистских демонстраций. Также 8 февраля, но 1943 года были расстреляны молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко. Софья Гинатулина, Кирилл Цирульников, Новости 21.